повторяем нашу тему алгоритмы, да, которую мы сейчас с вами говорим. Сегодня мы с вами закрепим ее. Но только давайте вспомним, а что же такое алгоритм? Все, Маша. Алгоритм — это последовательность. Все-таки согласен? Да. Согласен? Все согласны? Да. Отлично. Хорошо. А для чего нам нужен алгоритм? Ну, подумайте. Лиза, подумай. Ну, попробуй, предположите. После алгоритма что обычно идет? Ну, нет. Это как начинается. После... Вот мы с вами сделали алгоритм, да? И что? Все сразу поймут его? А кто не поймет? Кто-то не поймет, да? Блок-схема, а дальше блок-схема во что будет выливаться? В? Ну-ка попробуйте. Какой эффект? Действия. Какие действия? Давайте думай, давайте. Последовательность действий. Ну-ка. Слово программы. Ага. Значит, алгоритм приводит к чему? К чему? Написанию программы, да? Итак, с вашего позволения, сегодня на уроке мы с вами поработаем с алгоритмами таким образом, что они у нас с вами будут приводить к нашим действиям. Программы. Кто пишет программы? Программист. Давайте сегодня я буду программистом. Давай. Если я программист, кем же тогда можете быть вы? Исполнитель. А кто такой исполнитель? Тот исполняет действия программиста. Хорошо. Он сразу понимает программиста или не сразу? Не сразу. Сразу. А можно не понять? Нет. Может, предположите. Может. А почему он может не понять? Неправильно составить правила. Давайте с вами сейчас попробуем составить ваш алгоритм и проверить. У вас на пальцах лежат листочки. Я предлагаю поработать в группах и из ваших карточек составить алгоритм. Ну-ка, давайте попробуем. Посмотрите, все, вы готовы? Нет. Да, у нас готова зеленая команда. Ну, кто самый свежий, кто пойдет магнитиками, прикрепит доски. Давай. Давайте по одному. Взял первый, второй, третий. Пойдемте по одному. Я помогу сделать закон. Ну-ка, с чего начинаем? Как мы только что повторяем? Начало. Ну, все. Начало. Откройте. Куда? Так. Ну, подожди, показывай. Вот так. Давайте возьмем еще магнитик. Спасибо, конечно. Конечно. Отлично. Давайте отвлечемся от своих. Давайте проверим, правильно ли зеленая команда составила свой алгоритм. Начало. Кто прочитает вашу программу? Маска, давай. Прочитай. Что у вас получилось? Начало. Можно подойти, конечно. Начало. Открой тетрадь. Возьми ручку. Запиши число. Запиши классная работа. Запиши тему урока. Девочка. Конец. Девочка. А теперь? Все считают, что правильно сделала зеленая команда? Да. Давайте выполним. Давайте выполним. Открой тетради. Начало. Откройте тетради. Возьмите ручку. Дальше
Запиши число. Сегодня 12-е. Пожалуйста, номер телефона все указано. 12 марта сегодня. Запиши классная работа. После классной работы надо записать тему урока. Как она называется? Алгоритм. Алгоритм, правильно. Положи ручку. Вопрос зеленой команде. К какому типу алгоритма это относится? Линейный. Точно? А почему линейный? Потому что он там не сложно. Идет как? Ровно. По прямой? По прямой по линии, да? Точно линейный? Может, светление? Нет? Ну, смотрите. Значит, этот алгоритм линейный. А где можно еще встретить линейный алгоритм? Где можно встретить линейный алгоритм? Карин? В жизни еще? В компьютере. В компьютере еще? В тетради. Вот так. В тетради. А я предлагаю вам... Послушайте. Попробуйте. Найди там. Есть ли там алгоритм? Да. Нужна какая-то стрелочка, чтобы указать конкретное действие?
Я. Поставь, куда надо стрелочку. Так, это сюда. А это сюда. Так, отлично. Ну, остальное мы понимаем, что оно приходит по прямой, да? Поясни, пожалуйста, нам свой алгоритм. Он относится к какому виду? С ветвлением. Так, и? Что у него? Прочитай ему условия. Прочитай ему. Начало. Встаньте. Если будете лет почту, то примите правую руку. Прочитайте это. Иначе? Примите левую. Иначе левую. Чистите руки, сядьте на стул. Сядьте на стул. Давайте попробуем выполнить его. Садись. Как вы думаете? А сможем ли мы с вами найти в знакомой вам песне ветвление? Попробуем поискать? Да, да. Ну-ка давайте попробуем поискать. Найдите условия. Очень укрепляющая, утро отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на 3-4, выполняйте правильно движение. Кто же услышал? Да. Условия. Если. Ну-ка, Мали, пожалуйста, скажи мне. Если. Как, где, в какой фразе? Если вы в своей квартире, а еще? А? Еще было условие? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, какое было? Если живы? Да? Если живы. Правильно? Если живы, потом если вы в своей квартире. И что надо было сделать, если вы в своей квартире? Лечь. Куда? На пол. А если бы вы не были в своей квартире, надо было ложиться на пол? Нет. Хорошо. Видите, даже в музыке у нас встречаются условия и алгоритмы. А до этого, до наших условий, какой алгоритм был? Линейный. Опять же, мы встречаемся с вами в жизни и с линейным, и с ветвлением, да? Отлично. Хорошо. Проверим, получилось ли у оранжевого. Давайте, девчонки. Так, давайте помогу побольше. Опа. Так. Давайте, давайте. Так, вот магнит, видите? Пока собирали, все запутали, да? Присоедините магнитику. Так. Давай. Нет, стоп. Ставите. Так, и последнее действие. Какое у нас будет? Конец. Давайте проверим, как у них получилось. Девчонки, значит, у вас алгоритм с чем? Кто один останется? Надюша, давай. Садитесь. У вас алгоритм с чем? С величеством. С циклом? А что такое цикл? Так, а что считает у нас Максим? Что такое цикл? Цикл – это повторение действий заново. Просто заново? Пока не выполнится что? Условие, правильно. Пока не выполнится условие. Значит, у девочек цикл. Давайте проверим, правильно ли они составили свою схему. Надюша, прочитай нам ее. Начало. Возьмите портфель, поставьте из портфеля одну книгу. Если есть портфель... Еще книгу. Да? Значит, куда мы будем двигаться, если у нас да?
есть еще у нас портфель книги. Что мы должны? Достать из портфеля еще одну книгу, да? Значит, нам надо прикрепить стрелочку. Куда мы будем? Аккуратно, давай. Угу. Молодец. Так. Значит, мы будем двигаться обратно. Да? Так. А если нету, куда мы будем двигаться? Куда? Закрой. Громче, пожалуйста, прочитай, чтобы ребят тебя услышали. Закройте портфель. Закройте портфель. Не кажется ли вам, что слово «нет» надо куда-то перенести? Ну, подумайте. Пожалуйста. Под вопрос. Под вопрос. Надюш, подвинь его. Давай подвинем с тобой чуть ниже, да? И оно будет относиться, что если нет, то мы пойдем вниз. Да? Теперь, как вы считаете, правильно? Да. Да. Теперь, давай, спасибо, Надюша, садитесь. Ну, давайте попробуем. Выполним это поговорим. Возьмите портфель. Взяли? Достаньте одну книгу. Одну. Одну. Так. Так, ага. Так, есть в портфеле еще книга? Да. Достаньте еще одну. Есть в портфеле еще книга? Да. Еще одну. А еще есть? Да. Достаем. Тетрадки не путаем. Так. Остались еще книги? Да. Достаем. Еще есть? Да. Достаем. Достаем все. Так. А теперь посчитайте, у кого сколько получилось повторений. Шесть. У кого еще? Шесть. У кого-то больше получилось? Семь. Вот мы можем с вами... Восемь повторений. Представляете, сколько повторений? Что надо сделать после повторений? Я не сказала. Получить. Надо что? Закрыть портфель. Оставили все на столах, закрыли портфель и убрали его. Теперь мы с мамой можем оценить, насколько загружен у нас пятиклассник, да? Да. Еще тетрадь? Да. Ну, мы по учебникам посмотрим, да? Хорошо. А разве только в музыке мы с вами сможем встретить? Нет, вот, Дед, еще в искусстве мы сможем встретить? Текстов, рассказах, а еще? Проза. В танце? Цикл? Можем? Да. Можем. А я предлагаю сейчас посмотреть мультфильм. Найдите мне здесь цикл. Сейчас мы с вами перейдем к практической работе.
Я вам хочу показать, что у меня на столе лежат мои виды карточек. Зеленые, голубенькие и оранжевые. На 3, на 4 и на 5 вы для себя сейчас решите, на какую оценку вы претендуете. Такого цвета карточку вы и возьмете. Но прежде чем мы приступим к практической работе, мы будем выполнять ее, так как вы исполнители по алгоритму. Прочитайте его внимательно. Кто не прочитает его вслух, пожалуйста. Сначала встаньте, подойдите к моему столу, возьмите карточку с заданием, сядьте за компьютер, прочитайте задание, выполните задание, поднимите руку, конец. То есть после окончания вашего задания вы что сделаете? Поднимите руку, чтобы я поняла, что вы готовы. Итак, пожалуйста, первая парта. Подойдите, выберите себе карточки. На все хватит, не переживайте. Выберите, берите себе. 5, отлично. Проходи к компьютеру, садись. Кто мне подскажет, что же нужно сделать? Все боятся? Ну-ка. Составить из блок-схемы что составим? Алгоритм, конечно. Из блок-схемы в программе Microsoft Office Word мы составляем алгоритм. Сядьте ровненько, пожалуйста. Подвиньте к себе клавиатуру, если надо. Пятерку, да? Так. А нового что-то кто-то узнал?
что-нибудь уже новое для себя. Максим, ты разобрался с темой? Да. Да? Непонимание прошло? Так, кто-то узнал для себя что-то новое? Ну-ка, никто ничего не узнал. А в жизни что-то происходит с алгоритмом? Да. Конечно, только громче, чтобы все слышали, чтобы все вспомнили, ну? В повседневной жизни встречается, а где? В танцах. И в танцах везде встречаются алгоритмы. Хорошо, молодцы. А ну-ка скажите-ка мне, мои дорогие дети, а понравилось ли вам на сегодняшнем уроке? Да. Да. А мы с вами в следующем уроке, а у меня сюрприз, поработаем вот с такими крошками. Хотите? Да. Я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать следующего урока, а звонков у нас не слышно в кабинете. По моим часам это звонок. Поэтому давайте с вами до следующего урока.